Каждая хозяйка знает массу хороших рецептов приготовления блинов, но мало кто знает, как приготовить финские ленивые блины. Готовить эти пышные и ароматные блины очень легко, выпекаем в духовке. Очень легкие в приготовлении и вкусные финские ленивые блины станут вашим любимым рецептом. В их приготовлении нет ничего сложного. Главная особенность – необходимость взбивать жидкую часть теста и выпекать блины в духовке, за счет чего они получаются очень пышными, легкими и сытными. Рекомендую подавать такие блины со сладкой начинкой или кремом. В данном рецепте я предлагаю подавать их с вишневым кремом. Приготовьте такие блины на праздник, не пожалеете. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Приготовьте жидкую часть теста. Для этого разбейте яйца, добавьте к ним сахар, соль и хорошо взбейте с помощью миксера. Масса должна увеличиться примерно в 2 раза. В массу добавьте растопленное сливочное масло и теплое молоко. 2. В муку в 3 захода добавьте жидкую часть теста, хорошо перемешайте лопаткой или блендером, дайте тесту отдохнуть примерно 20 минут. 3. Противень для выпекания блинов застелите пергаментной бумагой, налейте тесто примерно высотой 3-5 мм, выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут. 4. Разрежьте блинчики. Приготовьте начинку. В сметану добавьте сахарную пудру и вишни без косточки. Хорошо перемешайте. Подавайте блинчики с начинкой. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Ставим лайк и подписываемся. Вот что нам понадобится. Мука 250 грамм. Масло сливочное 50 грамм. Яйцо 3 штуки. Молоко 0,5 литра. Сахар 2 столовые ложки. Соль 1 чайная ложка. Сметана 200 грамм. Сахарная пудра 3 столовые ложки. Вишня замороженная 100 грамм, без косточки. Количество порций 6-8. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком. Подписываемся. Буду скучать без вас.